Новогодние каникулы прошли, а желания детей, загаданные перед праздником, как по волшебству, продолжают исполняться. Вот все это благодаря всероссийской акции «Елка желаний». В ней может поучаствовать любой желающий исполнить мечту ребенка, который оказался в сложной жизненной ситуации. Недавно воплотилось в жизнь заветное желание девочки Киры. И даже не одно. Анастасия Литвинова продолжит. Пока гримеры готовят маленькую Киру к первому в ее жизни выходу на съемочную площадку, там все уже ждут ее появления. Оставляем пожелание Кире. Мы решили сделать, помимо нашего появления, вот такой вот сюрприз, который мы сделали своими руками. Девочка мечтала побывать на телеканале «Карусель» и увидеть своих любимых героев. И вот все они ради нее собрались в одной студии. Привет. Очень рад тебя видеть. Тебя Кира зовут? Да. О! Настоящая студия, софиты, подарки – это то, что будет в эфире. Это пульт-режиссер, с помощью которого можно управлять всеми камерами. Режиссер показывает, как все устроено за кадром. Ты рада? Мечта еще. Да. Это очень важно. Осуществлением мечты занимался министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев. Именно он снял с елки желаний шар с посланием Киры. И, как и обещал, приехал, чтобы познакомиться и все показать. Кира мне записала такое очень трогательное обращение, отправила на телефон. И, конечно, я решил сам поучаствовать в этом мероприятии, потому что ей очень интересно было. И, конечно, я считаю, что это важно. Исполнять мечты детей. Все, что наша отрасль может дать, все интересные места она посмотрит. И это действительно было только началом новогоднего путешествия. Дальше был «Союз мультпарк», интерактивный павильон, наполненный сказочными героями. А меня узнала? Потом, узнав, что Кира взяла с собой в Москву коньки, заехали на каток ВДНХ и, конечно, на Останкинскую телебашню. Эти цифры, они показывают высоту, на которой мы находимся. Поездка на скоростном лифте, стеклянный пол и невероятная панорама ночной Москвы. Одной из самых ярких и уж точно самой высокой точкой в столице, куда попала маленькая Кира, стала смотровая площадка Останкинской телебашни. Высота здесь, как известно, 337 метров. Столько эмоций у нее. Она испытала столько всего интересного, увидела. Не верила, что такое вообще возможно. Всероссийская акция «Елка желаний» помогает исполнить желания детей, которые борются с тяжелыми болезнями, остались без родителей или попали в трудную жизненную ситуацию. На мультимедийном экране на Останкинской телебашне появилось поздравление для Киры и для всех участников этой новогодней акции, которая показывает всем, как новогодняя сказка может стать реальностью. Анастасия Литвинова, Иван Малышев, «Вести».